Известная французская киноактриса Марина Влади встречает Новый год в Москве. Марина Владимировна, удачным ли был для вас минувший год? Для меня это был замечательный год, потому что я очень давно мечтала сниматься в России. Ну, это уже годами я мечтала, и в конце концов я нашла хороший фильм, сюжет для небольшого рассказа. И я снимаю здесь с апреля. Это значит почти целый год. Замечательно просто. Желаю всем счастья, здоровья, мир. Я жалею, что мои дети не со мной. Они тоже хотели бы желать всем маленьким детям то же самое, конечно.